сети все большую популярность набирает патриотический клип на песню «Я русский» певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом «Шаман». И меня не сломать, и все потому, что я русский. Клип достоин первых мест везде и всюду. Песня шикарная и не оставляет равнодушным никого. Победа прекрасного человека. Мы тобой гордимся, отмечают пользователи. Автором песни выступил сам исполнитель, Шаман написал музыку и слова. Ему же принадлежит идея самого клипа. Я вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит на меня. Песня понравилась не только простым слушателям, но и многим представителям российского шоу-бизнеса.